Иван Кузнецов родился 25 мая, 7 июня, 1909 года в Саратове. Некоторое время работал в пароходстве механиком. Затем поступил в Ленинградский техникум сценических искусств и окончил его в 1935 году. С 1935 по 1946 год был актером киностудии «Ленфильм» с 1946 года. Актер театра студии киноактера в Москве ушел из жизни двадцать августа тысяча девятьсот семьдесят шестого года, похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище.